Аваков служит защитой от радикальных сил, часть из которых он же и контролирует и способен повернуть против Зеленского в случае увольнения. Нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что президент Владимир Зеленский поддерживает его инициативу об отставке Арсена Авакова. Об этом Шевченко сообщил изданию «Страна». Нардеп сказал, что президент якобы одобряет его позицию и что у фракции и офиса президента уже есть два кандидата на замену Авакова – некий юрист и некий генерал-майор. Впрочем, как отмечается издание, многие сомневаются в том, что отставка Авакова сейчас состоится. Сейчас расклад в Раде такой, что даже если Банкова и даст отмашку на отставку Авакова, то голосов может и не хватить. Арсен Борисович установил хорошую коммуникацию почти со всеми фракциями и группами. Да и к тому же Зеленский сейчас не подолирует вопросом отставки. Это все Игорь Ермака, который ангажировал часть депутатов, говорит один из нардепов, близких к Авакову.